Предлагаю рецепт простого, но очень вкусного салата, который стал для меня открытием. Всем любителям крабовых палочек посвящается. В дополнение к приготовлению салата хочу отметить, что он очень вкусный, сочный, легкий и хрустящий. Редьку можно взять любого цвета, розовую, белую, зеленую. В качестве заправки подойдет не только смесь майонеза со сметаной, но также оба эти компонента по отдельности в чистом виде. Готовится салат в считанные минуты. Подавайте в будни и праздники. Крабовые палочки, 100 грамм. Яйцо куриное, 2 штуки. Морковь, 100 грамм. Редька, 150 грамм. Укроп, 10 грамм. Майонез, 50 миллилитров. Сметана, 50 миллилитров. Соль, по вкусу. Количество порций, 2-3. Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и мелко нарежьте. Морковь очистите, помойте и натрите на терке для корейской моркови, но не очень крупно. Добавьте к яйцам. Редьку очистите, помойте и натрите как морковь. Выложите в салат. Крабовые палочки нарежьте произвольно и также выложите в салатник. Укроп помойте, просушите и мелко нарежьте. Добавьте в салат. Салат заправьте майонезом со сметаной, посолите по вкусу. Перемешайте все ингредиенты салата. Выложите салат на тарелку в форме свинки. Пятачок, ушки и хвостик сделайте из моркови, а глазки из перца горошком. Салат к праздничному столу готов. Веселого Нового года!